Всем добрый день. Сегодня делаю небольшой обзор по канцелярии, которую получила такую милоту. Ну, не знаю, просто кто-то любит, кто-то нет. Некоторые подписчики просят делать такие обзоры. Поэтому я делаю. Получила золотой такой маркер. Он металлик. Качеством очень довольна. Получается вот так. Вот так, ничего. Я не знаю, кому-то может для оформления, еще для чего-то. Ну, получается, хороший цвет металлический, золотой. То есть все как заявлено. Потом вот такие маркеры я купила маленькие. Я их купила для себя, ну, потому что, во-первых, не все цвета у нас сейчас есть в продажах, а просто, допустим, найти какой-то, допустим, или розовый, или фиолетовый, это очень дорого. Так, ничем, хорошие маркеры. Так они рисуют. Сейчас 5 сек. Ой, ребят, за маникюром тераблисори, блин, просто сорян, потому что я просто не успеваю. Времени вообще нету. Вот желтый. Они яркие, пишут прекрасно. Никаких шероховатостей нет, ничего нет. Вот. А под видео я напишу стоимость, что сколько стоило. Так что вы сможете тоже принять такое решение. Ничего, все хорошо. То есть просто, ну, я не знаю, кто-то собирает такие вещи в коллекцию, я про маркеры, кто-то еще что-то делает, вот, так что всем по-разному. Так, дальше, я заказала вот такие вот листы, это стики, вот такие фламинго, лотос, очень часто использую для записи, особенно для клиентов, такой мраморный вариант. Они небольшие. То есть я не могу сказать, что здесь прям очень много, кто к чему мы привыкли, но очень прикольный вариант в плане там декора или для работы. Кому как. У всех по-разному. Так, дальше. Куда же вы у меня сегодня падаете? Катаетесь у меня. Дальше вот такие вот наклейки. Я их еще не распаковывала. Просто я боюсь, что если я их распакую, я их не соберу. Ну, давайте пробовать. Сейчас, 5 сек. Так, сейчас, секундочку. А, вот, нашла. Вот. Та-дам. Это все в индивидуальной упаковке. И сами вот эти вот наклеечки тоже в упаковке. Так, куда я дела? Сейчас, 5 сек. Так, не могу я открыть, у меня с собой здесь даже нету ножниц, они остались в другом месте. Так, ладно, значит, здесь мы видим кони, носороги, зайцы, шарики воздушные. Я потом сделаю фотку, разберу их, сделаю фотку и просто прикреплю у себя в соцсетях. Потом вот такой вот летний вариант, тоже наклейки. Девочки используют, у меня есть клиенты, которые запрашивают это дело. Есть девочки, которые используют всевозможные вот такие форматы для своих дневников, для записей по работе и просто для работы. Ну, у всех разные как бы темы. Если вам это интересно, зачем это делают, в принципе, пишите комментарии, я вам раскрою секреты. Потом вот такие вот фламинго, тема полностью фламинго. Тоже фотку я сделаю, полностью их раскидаю и сделаю фотку общую. Это недорого. И, кстати, они все с Японии, это не Китай. Это Япония. Тут видно, что это полностью японское. Ну, как бы, если кто разбирается в азиатском, здесь тоже у нас полностью японское. Видите, Japan. Вот, так что, кому что интересно, пишите. И дальше вот такие вот наклейки. Они вот такими наборами идут. Я заказала несколько штук. Давайте попробуем вскрыть. Я не помню, что это здесь за тема. Потому что это было давно и неправда. Смотрим. О. Это все еда, суши. Еда. Давай пониже. Вот так вот. Дядя Ярослав, давай пониже. Угу. Разные. Тут разные есть. Это всем любителям корейской, китайской, японской кухни. Вообще прикольные. Мне очень нравится. Супер. Ну, просто супер. Даже подписывать классно. Их все тут по две штуки. Обалденные.
Обалденно. Мне очень нравится. Я нисколько не сожалею, не жалею об этой покупке. Вообще милота обалденная. Тут даже есть и табоку, и кимчи, и просто салаты, листья салатов, и ихняя азиатская шаурма. Господи, вот кимчи, капуста корейская, рыбка. Вот, как они. Ну, короче, доширак корейский. Обалденная вещь. Так, дальше. Вот. Вот такие винтажные я взяла. Я не знаю, что там за содержание. Потому что у меня до этого были совершенно другие. Я клиентам паковала, когда писала им записки. Здесь вот я просто не буду раскидывать, потому что я потом не соберу их. Вот видите, здесь карты. Давай так, чтобы было видно всем. Вот карты. Вот такие для путешественников. Классные. Прикольно, мне нравится. Так, сейчас, ребят, 2 секунды я уберу, потому что потом я запутаюсь, и они у меня куда-нибудь сдеваются. Так, эти сюда. Давайте вот енотиков посмотрим. Еноты у меня, это я купила под заказ. Давайте, милота. Сейчас. Вот они. Их по несколько штук. Могу поменяться. Можем сделать обмен. Кому интересно, девчонки, пишите. Мальчишки тоже. Вот такой довольный, прыгающий на стену енот. Здесь что-то, какие-то иероглифы. Но я так думаю, что он, наверное, за чем-то охотится. Наверное, за рыбкой. Это удочка. Вот такой валяющийся на подушке. Тоже милый. Дружба. Енот в ванне. Ну вот так. Он же полоскун. 2 штучки. А, 3 штучки. Ну, вот они вот такие разные. Прикольные, короче. Я хочу сказать, что классно. Во! Виниш с винишком. А как же без винишка? Так. И последняя вот такая вот коробочка. Merry Christmas. Имеется в виду, что это на Новый год. Ну, так ничего, прикольно. Сейчас, 5-7. Да что ж такое? Не хочет. Такие рожки. Вот. Куда-то мой фокус девается. Я уж не знаю, куда девается фокус. I'm terribly sorry. Вот такие. Вот видите, здесь новогодние венки. Разные форматы. Тыквы. Не знаю. То есть, так что кому что. Украшения. Ну, новогодняя тема. Так что пишите свои комментарии. Оставляйте свои лайки. Для вас это бесплатно. Для меня это мотивирует делать видео и дальше заниматься этим форматом. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду очень рада всем. Всех целую, всех обнимаю. Хорошего всем дня. Всем пока. Пока-пока.